Сегодня мы на тест-драйве новых спортивных моделей. К нам приехали спортивные модели версии РС, РСК-8, РС-7, РС-6 и Audi S6. Эти автомобили действительно уникальны не только по своим техническим характеристикам. У всех V8-образный мотор, 600 лошадиных сил, 800 ньютона-метр крутящий момент. Их всех отличают передовые технологии. Также их всех, конечно же, характеризует полный привод квадро. И внешние характеристики, те, которые не оставляют равнодушным даже простого обывателя. Ну, это же не только скорость, это вопрос даже мощности автомобиля. То есть это элемент обгона других автомобилей. Но это, соответственно, дизайн. То есть автомобиль полностью другой. Если вы берете RS7, этот, ну, довольно кузов лифтбэк, большой багажник. Если нужен багажник еще больше, это Audi RS6. Это обычный универсал, просто который имеет очень большой запас мощности. И когда вам необходимо, вы его используете. Audi RS называют гражданские автомобили со спортивными характеристиками. Это означает, что несмотря на мощь, они приспособлены к повседневной комфортной жизни. Это автомобиль на каждый день, который также комфортен, который также будет отличать его и плавность хода, маневренность, габариты, только будет отличать скорость, другой звук, другие ходовые качества, которые вы сможете ощутить. Подвеска, она чуть-чуть жестче, чем на обычных автомобилях, ну, если мы берем обычные рядовые автомобили. Вот. Ну и, соответственно, исходя из радиуса колес, то есть очень маленький клиренс шин, как таковых, при этом, если вы захотите погонять, то есть отклик будет автомобилю, ну, очень отличный от обычного рядового автомобиля. То есть малейший поворот руля, и вы уже в той полосе, в которой вам необходимо. Вообще история спортивных автомобилей уходит далеко в 70-е годы, когда зарождаются первые версии машин, и тогда только мы видим 350 лошадиных сил и V6 моторы. В 1980 году появляется полный привод квадро, а после этого, вы уже знаете, история спортивных автомобилей проходит свой жизненный цикл, начиная с 1996 года. Это начинается с модели Audi A4. И сегодня мы уже имеем расширенную линейку. Спокойное вождение и хороший вход в повороты. Разгон меня просто поразил. Мы разогнались до высокой скорости буквально за 3 секунды. Красивые внешне, умные внутри, маневренные и мощные на дороге, модели Audi RS оказывают неизгладимое впечатление.